Газета «Зори» присоединилась к всероссийской акции «Сад памяти». На территории редакции заложили сквер в память о редакторах и сотрудниках района газеты, участвовавших в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие работники администрации Северского и Ильского поселений, сотрудники и друзья редакции. Главным спонсором в осуществлении проекта выступил КНГК «Ильский НПЗ». Камень, на котором позже установят табличку с именами участников войны, предоставило предприятие «Медвежья гора». Вместе с журналистами работали труженики Северского парка культуры и отдыха. Они дали полезные советы по уходу за хвойными насаждениями. Всего в сквере высадили около 20 туй и можжевельников. В дальнейшем здесь установят дорожки и бордюры. Торжественное открытие памятного сквера запланировано на осень.